отщепилась. Вот мы и одни, хотела написать снова, но подумала, какое же снова? Это в первый раз, впервые. Я одна со всеми своими я, и отнюдь не в должности руководителя. Сидим и пригорюнившись, немного параллельные, но не так, как в компьютере. Не идентичные отпечатки и слепки. Рассматриваем подарки, подаренные на день рождения. Недоверчиво смотрим в лицо своей новой собеседницы, новому другому, с которым теперь предстоит жить. И смотреть на себя его глазами, точнее ее. Свобода, здравствуй.